Канобу.ру представляет. Об этом событии нельзя было говорить. Любое видео немедленно пропадало с YouTube. И речь не о скандалах Wikileaks или подготовке теракта. Просто узкому кругу фанатов дали ключи к альфа-версии Battlefield 3. Да и то с единственной картой. Рабочие едва успели отстроить и разукрасить Париж. Ну хорошо, назовем это городом с Эйфелевой башней. Вскоре появилась бета, а вместе с ней свобода снимать и распространять это видео. Перед вами снова операция «Метро». Сперва вы устанавливаете бету магазина Origin, через него запускаете бету игры и в итоге попадаете еще и в третье приложение, встроенное в браузер. На самом деле, несмотря на хитрую схему, такая система заметно облегчает жизнь. Вероятно, если убрать из цепи оранжевый магазин, станет еще легче. Представьте, в той же Bad Company 2 группа соклановцев по нескольку раз в день договаривалась о матче, сворачивала игру, готовила сервер, подтверждала состав на странице ESL, разворачивала обратно и так по 10 раз. А вдобавок приходилось вбивать свои данные при каждом разрыве соединения. Теперь главное меню вынесено из игры на безопасное расстояние, поиск сервера, список друзей и прочая информация подгружаются отдельно, а самое святое, готовый к началу бой, стартует по вашей команде. В остальном бета-версия уж очень похожа на плохую компанию, вплоть до мелочей. Разве что боец на сей раз вспомнил, как лежать в кустах или, например, ползать по вентиляционным трубам. Поближе к противнику и погибели. Для стороннего зрителя пустяк, а для ветеранов ностальгия. Помнится, от такой идеи когда-то отказались по конкретным причинам, но теперь барьеры сломлены и целые подразделения уверенно ползут к цели. Вперед к забывающим контрольным точкам. Естественно, в бете не все так гладко. Можно ненароком сползти под землю, картинка пересвечена. И дело вовсе не в подствольных фонариках, которые все нарочно включают днем. А над местной растительностью посмеялся бы в усы любой французский садовник. Некоторые жалуются на подтормаживание с видеокартами Nvidia и так далее. Хотя на мощном компьютере теперь не приходится запускать матч в окне. Он больше не вылетает при переходе в полноэкранный режим. И, конечно же, первую пару часов вас будут постоянно убивать. Даже если вы решили залечь в укромном местечке. Кто-то после такого теплого приема снимет наушники, скажет сгоряча одно словцо и вернется в игру только после большого перерыва, уже в полную версию. Пока складывается впечатление, что третья часть — переделка Bad Company 2. Просто учли уроки Вьетнама и заменили настоящие джунгли на каменные. Дело не в том, что сериал все упорнее соперничает с Modern Warfare или становится учебником для сумасшедших террористов. Просто ответ на главный вопрос, грядет ли настоящая смена поколений, ожидает нас в финальной версии и уж точно не в очередном тесте. А пока мы вместе с другими бойцами раз за разом прогоняем единственную доступную карту, словно у нас в руках есть хотя бы один кусочек головоломки. Когда бой переходит в подземную часть города, это ощущение усиливается. Вспоминаются коридоры Battlefield 2142, тяжелая оборона консолей, с хитрыми лазейками для нападающих. Поэтому отдельно хотим поблагодарить DICE за бета-версию и славное чувство первого жетона, срезанного новичком в битве. Спасибо, что снова и снова делаете уставших генералов довольными рядовыми.